Тяжелая игра, 0-0 после первого тайма. И вы в самом начале второго тайма поменяли нападающих. Бакаев ушел вперед, а Мелкадзе налево. Почему так произошло? Зачем это сделали? Ну так требовала игра, потому что Георгий хорошо уходит, обыгрывает игрока в центр. А Зеля больше обыгрывает во фланг. А фланг торпеда держала, поэтому надежда была на то, что Зеля зацепится впереди, что в принципе и произошло. А Гео будет поактивнее с фланга. Я думаю, что это сработало. Первый гол был забит после подачи углового. Наигранная комбинация на ближнюю штангу. Несколько раз так Мелкадзе подавал. Мы отрабатываем угловые, а это, скажем так, ребята исполнили. Ребята исполнили второй гол в чисто спартаковской такой красивой манере. Это уже импровизация или нет? Нет, это Егор импровизировал, обыграл здорово, забил, молодец. Да, конечно, подход мы планировали, как бы мы это наигрываем, но все равно все решает индивидуальное мастерство футболистов. Ты не можешь ничего сделать, если футболисты не будут, скажем так, определенного уровня, определенного класса. К счастью, у меня ребята такие. А к следующему матчу как будет команда готовиться с Териком? Все то же самое, все по плану. Завтра выходной, дальше будем тренироваться.